Телеканал «Звезда» представляет специальный выпуск программы «Фетисов». Весь мир называет его «Мистер Эксклюзив». Саддам Хусейн решил обратиться именно ко мне. Перед ним открывали двери своих роскошных дворцов знаменитые диктаторы. Кастер начал задавать мне вопросы, а я не мог ни слова вымолвить. А в родных США он внесен в черный список. Я думаю, что причиной было то, что я не побоялся говорить правду. Зачем он приехал в Россию? Моя семья переехала в Америку из России. С кем из мировых лидеров мечтают записать интервью? Я очень заинтересован вашим президентом. Что думает о Трампе? Он загнал себя в сложную ситуацию в отношениях с Россией. Режиссер, документалист, журналист, разоблачитель Джон Алперт. В гостях у знаменитого спортсмена и политика Вячеслава Фетисова. Эксклюзивное интервью в воскресенье в 22:45 на телеканале «Звезда».